Друзья, всем привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня... Перед началом этого видео. Мы сегодня... Всех тоже поздравляю с яблочным спасом. Сегодня яблочный спас. А, да? Я не знал. Августа, да. Вот, смотри. Так, заходим. Мы сегодня решили на так называемый детский пляж прийти, да? Да. Посмотреть, что тут. Как тут посмотреть, какое море. Какая погода, кстати, видим сегодня. Какая температура воды? Воздуха 28. Воздух 28. Пройдемся, покупаемся. Ого, люди здесь. Мы как-то все время этот пляж обходили стороной в этом году, ну, да? Да. Все просто многие спрашивали. Теперь решили. Да, я в нем купаюсь. Так, так, так. Тут пройти надо еще как-то к водичке. Пробраться. Не знаю. Прорвемся. Ого, ого. Ого. Тут не так просто. Так, тапки тут брось. Разбувайся. Где ты? Ты где, говорю, пошли. Вот, блин, тут камни, короче, какие-то мелкие. Куда они там? В смысле не пойдешь? Да ладно. Да ничего, она не холодная. Ну, у меня горло болит, ты что? Ну так что, мне эти одному? И камни тут. Да что начинается, камни. Дети купаются, все купаются. Ну да, камешки мелкие как-то, не сильно. Не, я не буду даже нырять в это. Не ныряй, ну уже зашла. Ну зашла. Медуза, кстати, есть. Вот одна. Ого, что-то она такая прохладненькая. Да слушай, перестань ты людей кухать. Давай мне сюда. Не надо ничего, я градуса 23. Ого, камни тут мне не нравятся. Градуса 23, наверное. 24, думаешь? 23 даже, а давай может 22. Сюда. Да что ты вдыхаешь сюда? Так, идем дальше. Что, как дно? С камнями. С камнями? Так, а цвет воды? На, ладно, держи, я сейчас под водой поснимаю. Я придумал новый способ снимать под водой. Смотрите, берется телефон. Такой вот штучки продают. Это у нас еще с прошлого года. И пробуется. Сейчас попробуем, что получится. Смотрите, сколько травы еще принесло. Так, да, разве много? Ну, не было же ее. Сейчас. Будем снимать под водой. Сейчас главное, чтобы туда вода не попала. Короче, что тут снимать? Это нифига не видно. Попробуем. А что тут кто собрался снимать? Я вообще не знаю. Медузу нашел. Да ее не видно. Вода мутная. Ладно, пошли. Так погода наладилась. Вчера так было прохладненько, дождик был ночью. Ну, вечером прохладненько, в смысле. Днем-то жарко все равно было, парило. Ой, хорошо так. Что-то он выключился, слышишь? Телефон? Ну, да. Сейчас он еще поломай его, вода попадет, будет тебе. Не выключился. Ноутбука не нет, еще и телефона не будет. А что ты за мной следишь? Да я слышу за тобой. Подтишка. Не с подтишка. Смотри, катается он на этих. Ну сколько людей, да, тут на этом пляже? Не, ну медуз нет. Кстати, вчера говорили, что было очень много медуз, да? И при том по всей Арабатской стрелке. А сейчас нет, я же не стрелка. Ну вода холодная такая. Медуз, а что им быть? Посмотри, какая вода грязная. Когда вода грязная? О, только сказал, зараза. Только сказал встретиться. Ну, вообще, у нас там два воды. Да мне кажется, что они мертвые, блин, все равно жалят. Да, они такие сопли от них отходят. Ну, 22. Да. Да? Ну, чувствуется свежесть, сказала, водичка свеженькая. Я еще, просто я приболела, я не хочу вообще окончательно заболеть. Все, так не надо, поэтому не надо. Я даже не нырять. Иди, окончательно не болей. Ну, такая бодрящая. 22 это нормально. Я, кстати, скажу, что наоборот, ну, надо клин-клином вышибать. Ну да, может быть. Ну, ты сейчас взбодришься, взбодришься и выздоровеешь. Я тебе говорю, вот увидишь, покупаешься сейчас и выздоровеешь. Дай мне градусник, я пойду там подальше за ней. Зачем подальше? А может там чище? Что я могу сказать? Ой, сегодня только что соседка пришла с базара, кукуруза 2 рубля, о, я аж удивилась. А мы с этого, Валера, попадаются, смотри. Я тебе скажу, их может быть к обеду и, ну, дальше
В течение дня их будет больше, может быть. Да. С утра их всегда меньше почему. Да. Ну, есть, есть. Ну, не страшно, не сильно. Ну, вода грязная. Да что тогда они тут плавают? Медузы не любят грязную воду. Да нет, как-то их сюда. Ну, вот я так понимаю, что вот там, где предел. А, и что я хочу сказать. Я вот занырнула, сейчас стало ветерок такой. Свежайший. Там мы вчера вечером пошли гулять. Ну, вышли, жарко, сарафан надели. А потом уже часов, ну, я одела в мусор. Я в майке вышел, да. А потом часов 8-9 уже так ветерок. Так, вы елки спать, уже сидите. Прохладно. Было, так что на вечер берите теплые вещички. Уже 20-й, какой сегодня часов? 19 августа. Всех, друзья, с яблочным спасом. Спасибо вам за ваши поздравления, которые вы мне присылаете в Фейсбуке, в Инстаграме. Поэтому это наши истинные друзья. Я вам видео отвечаю, да. Да. Вот. Ну что, вода? О, смотри, вода тут чище становится. Да. О, уже дно вижу. Ну да. Ну, чтобы вы поняли, детский пляж — это такая штука, что нужно идти вот столько же. Ну, да, кстати, где он, видишь, покажи, что пляж. Ну, вот пляж, да. И за горкой можно входить. Ну, а там начинается каменный пляж. Ну, тут почище, да. И подружки твои. Да, ну, скажи, твои. Что мы же не будем... О, да, чисто. Чтобы, наверное, мы не будем каждый день ходить, да, вот утром? Нет, ну вот, попросили опять. Да, вышли. Похолодание было, но мы как раз... Может, там будем ездить по пляжам и сейчас будем проезжаться, да? Ну, потому что на одном и том же уже надоело, наверное, правильно? Мне надоело. Мне каждый день. Надоело. Смотри, вода какая-то. Я еще и приболела. Чистая какая здесь. Ты видишь, как? Ничего не в радость. Да выздоровеешь завтра, сегодня. Смотри, приболела. Ну, ты же не приболела. Класс, вода тут уж, видите, чуть дальше зашел. Вода чистая. Ой, блин, да. Ты что, ты будешь силку подходить? О, кстати, да, сейчас я попробую. Тут же чистая вода. Да, вот теперь попробую. Да. Пробуй. А мы пока поплаваем с вами. Ой, в морюшке. Здесь хоть почище, слава богу. Ну что, снимает или потух? Снимает. Что видно, я не знаю. Ну, это ж надо дома иметь два подводных бокса, заказать здесь третий, а потом в конце августа найти чехол и сказать: о, можно снимать под воду. Я не знаю, где-то потерялся. Кто? Бокс? Чехол. А, чехол потерялся? Не, ну может еще не будет видно, может плохо было. А вот медузка, сними ее под водой. Вот она. Это ты медузка? Нет, вот. Давай тебя сниму. Не надо меня снимать. Медузу снимай. Ты меня и так все 90 дней тут мучаешь своими съемками. Офигеть, если не получится, я, конечно, да. Буду в шоке. Что это за слово такое плохое? Обалдеть, говори. А, мне сказали, говорит, что мне надо... Пошли такое место. Сейчас посмотрим. Получилось или нет? Все, сразу посмотрим? Конечно. И мы посмотрим. Кто не знает. Видно, не видно. Где медузки? Непонятно еще. Да не, ну видно. Офигеть. Ну вам тут... Обалдеть, говори. А, видно, нормально. Или говорит, классненько. О, что-то мне тут уже хорошо нравится. Короче, вот это вообще вам лайфхак. Как снимать? Может, кто не знал? Под водой? О! Дотронулась? Одели ручку? Потеряла эту штучку. А, все? Да, размечтался. Конечно, утонула. Вот вам и... Вода в прозрачной. Так, ладно. Вот вам их техника ломается. Вот да, техника ломается. Все, прям так потеряла сразу, вода чистая. Смотрите, ребята, вот чуть-чуть проходите, буквально километрик всего лишь с детского пляжа, я имею в виду. И все, вот такая вот чистая водичка. Сейчас вас покупаем. Хорошо такое. Жизнь налаживается, занырнул и все. Валера, ты без очков? Валера ищет свои штучки. Ну, как всегда, блин. Отлично. Все, ребят, купаемся с вами. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Всех еще раз с праздничком вас.
Спасибо вам за поздравления. Все-таки на море хорошо. Уже я забыл про болезнь. Что будет? Я сегодня проснулась опять. Капец, кошмар. Насморк, кашель, горло. Вот тут подружки Валеркины плавают, добавилось. Вот они такие красавицы. Раз. Ну, к обеду, наверное, их будет много. Два. Три, четыре, пять. Ничего себе, что-то у них тут за точка сборки. Целая семья прям. Так что... Всем пока. Приезжайте, кто не успел, на моря. Погода хорошая. Только на вечер берите теплые вещички. Ну, в смысле, кофточки. Вдруг будет прохладненько, чтобы особенно деткам.